去追，这些出发也不卑微。每个人都有不完美，逆着风也要去飞。终点线上花不响亮，可汗水它最嚣张。抬起头不灭的星光，让我们一起仰望。我的天空就是如此的不同，我的梦中总会有你的笑容。凛冽的爱风有暖阳包容，平凡的光荣做你的英雄。我的天空有一道夜景彩虹，守护梦中的心总有一天会抵达，守护心中的梦给你坚定的回答。Спасибо, доктор Гу. Да. Спасибо. Алло. Ну что, как там? Операция успешная. Замечательно, я рада. Благодаря тебе. Доктор сказал, что мой друг в тяжелом состоянии. Я задержусь в Шанхае. Управление техкомандой доверяю тебе. Дядя, пришли мне сообщение, когда у тебя будет время. Дядя дома? Ван, мой дядя сегодня на дежурстве? Ничего, постараюсь его найти. Дядя, я так долго тебя ищу. Где же ты? Ответь на мое сообщение. Дядя? $20,000? Это
это было легко. Мелочи. Пустяк. Я не могла связаться с ним до сегодняшнего дня, и его телефон был выключен. Понятно. Я очень беспокоилась об операции твоего друга. Теперь я могу выдохнуть. Спасибо. Не благодари меня. Я сказала, что за тобой должок. Как твои дела? Не веришь в меня? Я легко справляюсь с этими паразитами. Ты начала? Пути назад нет. Откуда у тебя контакт Гуяня? Случайно. Единственная случайность в моей жизни. Проверь. Чего ты такой жесткий? Понежнее с девушкой. Ши Тянью, что ты сказал? Повтори. Она встала у меня на пути. Терпеть не могу ее наглость. Ей лучше со мной не связываться, иначе преподам урок. Лидер Сян, я еще не утвердила ненормированный рабочий день. Почему ты о нем объявила? Разве не вы говорили, что хотите навести порядок в техкоманде? Я провела корректировку, как вы и просили. Думаешь, руководство легко согласится на дополнительный бонус? Сначала отправь документы в главный, а после одобрения обсудим детали. Но головной офис все одобрил. Одобрил? Головному офису требуется более 10 дней, чтобы ответить на что-то подобное, и твой причудливый план никогда не одобрят. Головной офис всегда так медленно отвечал вам раньше. Но мне сегодня очень быстро ответили. Проверьте свой почтовый ящик. Согласны со сказанным. Сян Юань действительно из школы Чэньшань. Ну что же, посмотрим на результат. Слышал об этом? Сян Юань проводит реформу посещаемости в техкоманде. Не слишком ли она стремится к новаторству? Может быть, она на кого-то нацелена? Она всего лишь молоденькая девочка. Проявляет энтузиазм. Кого она подсидит? И кого же? Молодые импульсивны, у них креативное мышление. Это невероятно. Сю Яньши был таким же, когда пришел. Мистер Чень, это наша новая система. У нас есть некоторые проблемы с установкой системы. Господин Чэнь, я могу... Не нужно беспокоиться об этом. Никаких проблем. Мы все устроим. Господин Чэнь, если вы не уверены, я могу объяснить все в деталях. Еще увидимся, мистер Чэнь. Хорошо, тогда увидимся. Проводи мистера Чэня. Хорошо, сюда, пожалуйста. Никто из техотдела не должен присутствовать на встречах. Почему? Я знаю, что у тебя близкие отношения с Чэньшань, но одно усилие само не может все решить. Сеть отношений Дунхэ запутана. Если хочешь попасть в отдел исследований и разработок, не стоит полагаться на нее одну. Ты должен знать, какому Будде поклоняться. Для обновления системы требуется поддержка как оборудования, так и протокол. У вас не получится, если вы зажмете деньги. Это решать не тебе. Система должна быть завершена в два этапа. Несколько строк кода могут это сделать. Не нужно ссориться из-за работы. Яньши прав.
Мы не сможем сделать этого без достаточного финансирования. Но и у менеджера Ли свои трудности. Мы должны понимать друг друга. А? Уверены, что хотите удалить? Ян Пиншайн сказал, что у семьи Сыту нет преемников. Оба ребенка не справляются со своими обязанностями. Если Сыту Минтянь закроет Вэлин в следующем году, нам придется уволиться? Пересечем мост, когда доберемся до него. К некоторым вещам бесполезно готовиться заранее. Вэлин уже давно существует. Это опора в крупных компаниях. Нельзя просто так нас закрыть. Не переживай. У тебя большое сердце. А? Это мой новый чай. 30-летний. Попробуй. Ты работу потеряешь, а пьешь чай? Послушай, менеджер Ли снова давит. Мы больше не можем откладывать 50-процентный заказ от Минсюн Электроникс. Даже Сю Йинши больше не сможет держаться. Не будем его ждать. Сделаем это сегодня вечером. Хорошо. Все еще за главную? Так смела? Почему бы и нет? А выдержишь? Попробую. Я знала, что ты сможешь. Мне сказать Сю Йинши? Это мелочи. Я могу сама с этим справиться. Хорошо. Тебе решать. Пойду работать. Ты проснулся? Медсестра! Медсестра! Его жизненные показатели стабильны. Если что-нибудь понадобится, зовите меня в любое время. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Как себя чувствуешь? Хорошо. Отлично. Ты неожиданно заболел, и мы были в отчаянии. Когда ты был в постели, мы повсюду искали помощь. Тут такой бардак был. И развязка, как в какой-то мелодраме. Спасибо Сюю, он нашел тебе хорошего доктора. Я должен тебе еще одну услугу. Прекращай. Пусть Сюй отдохнет. Он был с тобой всю ночь. Отдохни. Хорошо. Держи меня в курсе. Да, пока.在久别后的相遇，
眼中仍是熟悉的你。 It's beautiful love， 我凝视着遥远的天际，慢慢靠近你的。Сюйинши， кажется, у меня проблемы。Ничего. Посмотри, подпись неполная. Ты была с Сян Юань? Почему ты позволила ей пить и оскорбить Хуан Цимина? Но Сян Юань здесь ни при чем. Хуан Цимин давно хотел отказаться от сотрудничества. Сян Юань просто дала ему повод. И что? Кто скажет, что не хочет сотрудничать? Он не сотрудничает, и мы так легко соглашаемся. Подумайте о его требованиях. С каждым годом они все хитрее. Если бы не новый алгоритм Сюйинши, мы бы понесли убытки. Кроме того, Сян Юань была пьяна. Она шаталась, когда вернулась. И ее вырвало, когда она добралась до первого этажа компании. Менеджер Ли, не знаю, помните ли вы, он даже обвинял Сюйинши. К счастью, Сюйинши сдержался, и сотрудничество не прервалось. Хуан Цимин думает, что мы ничего не сможем с ним поделать. Поэтому он такой высокомерный. Он высокомерный, потому что он наш клиент, а ты более высокомерна, чем он. Он даже мне не отвечает. Он крупнейший игрок на внешнем рынке. Как нам быть? Мы должны отнестись к этому серьезно. Уволь Сян Юань. Сейчас же. Но на самом деле она здесь ни при чем. Не надо шуметь. Сян Юань тоже много работала. Устроили тут не пойми что. Она была просто пьяна. Разве нет? Заставь Сян Юань извиниться перед господином Хуаном, и все. Он очень терпим к молодым девушкам. Он допишет оставшиеся две черты всего-то. Сян Юань, командировки в главном офисе. Давайте так, мы договоримся о встрече с Хуан Цимином, как только она вернется. Договорились. Позвони Сюйинши. Скажи ему, чтобы он уладил это Сян Юань. Если этого не сделает, Сян Юань должна будет уйти. Чэньшу. Никто не хочет оказаться не на той стороне. Ты должна знать ситуацию Дунхэ, и ты должна знать, что делать. Кажется, у вас хорошие шансы на победу. Поздравляю. Как ты нашла меня? Да легко. Я поспрашивала и все узнала. Ладно, давай есть. Я заснула в самолете, даже не поев. Алло. Ты Сян Юань? Да. Я знала, что она обязательно побежит к тебе. Ваши отношения не слишком неоднозначны. Ничего подобного. Звонишь, чтобы поговорить с ней? Нет. Я хочу, чтобы ты знал.
мистер Хуан. Мистер Хуан. Здравствуйте. Проходите. Пусть сегодня Сян сядет рядом со мной, как и в прошлый раз. Давай. Ну же, сюда. Меня не часто ищут красивые девушки. Сян, ты молодец. Я дал тебе всего 3 дня, и ты смогла решить эту проблему. Как вы сказали, мистер Хуан, если мы решим проблемы, вы дадите дополнительные 50% заказа, не так ли? И договор. Да. Я могу подписать его прямо сегодня. Я ждала этого. Но... Не доверяете техотделу? Глупости. Поскольку контракт подписывается за ужином, мы должны следовать неким традициям. Без проблем. За вас. Сян Юань напилась. Ее вырвало на Хуан Цимина, и она вытерла рот его галстуком. И завязала его потом бантиком. У нее столько забавных идей. У меня? А потом? Мистер Хуан, подождите, пожалуйста. Разве вам не было весело только что? Весело? Это по-вашему весело? Посмотри, что сделала ваша сотрудница. Руководителя Сян вырвала на мистера Хуана, а потом она, мистер Хуан, никогда в жизни так не страдал. Хватит болтать, залезай в машину. Простите, мистер Хуан, что бы ни случилось сегодня, это была моя вина. Сян Юань, хотя бы извинись перед мистером Пусть Хуаном. Пусть молчит. Садитесь, быстро. Смеешься? Как ты можешь смеяться? Он плохо отзывался о Сю Йинши. Он заслужил, батюшки. Покажи. Невозможно. Мистер Хуан всегда такой. Каждый раз, когда он пьет, он говорит все, что приходит ему в голову. Дорогая, осталось 2 строки. Почему ты не могла удержаться? Нет. С меня хватит. Никто не может говорить плохо о Сю Йинши. Кошмар. А если серьезно, то нельзя винить ее за это. Хуан Цимин – старый лис, полный уловок. Сян Юань – новичок. Когда ее провоцируют, она может все. Она слишком молода. Но знаешь что? Эта девушка действительно нечто. Ты не видел, как рассердился Хуан Цимин. Он даже не отвечает на звонки. И в конце концов нам пришлось позвонить его секретарю. А еще? Ли Цинь очень зла. Она сказала, что Сян Юань должна уйти. А Ли Юнбяо? Помалкивает. Он не выразил никакого мнения и просто огрызнулся. Но Ли Цинь была полна решимости. Она сказала, что если мы все не исправим, она выгонит Сян Юань. Думаю, она будет давить на Ли Юнбяо вместе с головным офисом. Ну что, собираешься ее оставить? Ладно, поговори с Ли Цинь. Хорошо. Насколько ее командировка? 3 дня. Головной занят тренингами. Тебя и Яна нет, она единственный выбор. Ли Юнбяо сказал, что ты должен все исправить. Скажи Хуан Мину, что я поеду с Сян Юань, когда мой отпуск закончится. Хорошо. А я должна сражаться с Ли Юнбяо, как партизан. Спасибо. Это была... Чэньшу? Теперь ты знаешь, что не права? Почему не подумала о последствиях? Ты шутишь?
Он оскорблял и топтал босса и коллегу, которым я так восхищаюсь. Товарищ Сюеньши, такой священный, высокий и величественный для меня. Он никогда не берет ежегодный отпуск. Он один руководит целым отделом. Такого человека оскорбляли и так растоптали за столом. Как я могла это вынести? Как представитель компании я почувствовала боль. Поэтому немного обучила его от имени нашей компании. Не надо было спрашивать. Но... Впредь не имей таких пагубных привычек. Мне не нужно, чтобы ты заступалась за меня. Договорились? Хорошо. Все мое любимое. Ты умеешь читать мысли? Ты не голодна? Давай, ешь. Командовать он точно умеет. Ты не следишь за фигурой? Руководитель Сюй, говорите по-человечески. Не понимаешь по-китайски? Повторить на кантонском диалекте? Тогда не пойму, тем более. Не поймешь? Ты очень хорошо говорила на нем в тот день. Девушка, одевайтесь теплее. Если холодно, зачем укутывать только голову? Ночью испугаешься, если увидишь. О чем вы? Не понимаю. Ты что, смеешься надо мной? Нет. Ешь больше овощей, не ешь одно мясо. Милая, у меня для тебя подарок. Что же это такое? Как узнал, что я этим пользуюсь? Я знаю о тебе все. Кстати, ведьма Дуриан, похоже, не в духе. Ты что, с ней поссорилась? Лидер Сян, она в порядке? Ты беспокоишься обо мне или лидере Сян? Я беспокоюсь о тебе. Правда? Да, честное слово. Я спросил тебя о твоей ссоре и купил тебе хороший подарок. Затем я небрежно спросил, в порядке ли лидер Сян. Шучу. Я только что звонила Сю Йинши. Он назначит встречу с Хуаном, когда вернется. Тогда все норм. Я не уверена. Наши проблемы не только внешние, но и внутренние. С Ли Цинь и Хуан Цимином нелегко иметь дело. Не волнуйся. Под защитой моего босса, лидер Сян может попадать в неприятности сколько захочет. Сделай вечером маску. Завтра будет еще один напряжный день. Ложись спать пораньше, чтобы не появились морщины. Ешь суп. Скажи, кто толще, я или Ин-Инин? Жир — это всего лишь относительный стандарт, бессмысленно. Ты должна сравнивать скорость, с которой ты сжигаешь жир. Что это такое? Как это сделать? Узнаешь, когда дело дойдет до кремации. Наелась? Ты не ответил. Кто толще? Ты. Сю Йинши! Повтори. Быть толстым — это благословение. Это я, Ли Ян. О нет, я встретила сплетника. Он снова будет распускать сплетни. Ты его знаешь? Нет, думаю, он спутал. Пойдем. Чего? Юань! Почему прячешься? Ты забыла, сколько ты и Сю Юань должны мне за обед? Как ты могла? Я никогда этого не забуду. Было слишком темно.
Я не разглядела. Сюй Яньши, а я тебя помню. Отличник из второго класса. Девочки из нашего класса тобой восхищались. Здорово, отличник. Меня зовут Лиян. Я был одноклассником Юань. Привет. Садитесь в машину. У нас есть дела. Мы не можем сегодня с тобой поехать. Пока. Ты занята прогулкой или свиданием? Не говори глупостей. Он мой куратор. Мы в одной компании. Просто коллеги. Мы можем идти? Я спрашивал тебя недавно, и ты сказала, что дома играешь в игры. Что происходит? Ты рассталась, и никто не смог тебя содержать? Не говори ерунду. Мы заняты. Пойдем. Садись. Или мы опоздаем. Это же Мазерати. Ты никогда не сидел в нем? А ты? Нет. Я даже не могу погасить свои кредиты. Как я могу ездить на Мазерати? Пошли. О вас двоих был слух тогда, да? Замолчи. Никто не принимает тебя за немого. Я не умею красиво говорить. Не обращай на меня внимания, отличник. И теперь у вас шуры-муры, или как? Мои коллеги. Принцесса идет на работу в качестве подчиненной. У нее явно другие намерения. Но посмотрите на отношения Сюй Яньши. Сян Юань недостаточно старается, отличник еще не попал в ее сети. Тогда позволь мне помочь вам. Юань, давай соберемся сегодня вечером. У нас ужин. Наши одноклассники, возьми отличника, и все сойдут с ума. Подумай, многие девчонки в нашем классе восхищались им. И Сюй Юань тоже придет на вечеринку. Что скажешь, отличник? Айда с нами. Ученики нашего класса фигово учились. И с такими бездельниками будет Юань. Честно говоря, я почти не встречал таких отличников, как ты, с самого своего выпуска из школы. На рекламном щите у школьных ворот были фотографии с твоим фото. Целые ряды висели. Круто. Прям как в игре «Три в ряд». Что скажете? Пойдете? Да. Нет. Чего? Вы знаете друг друга много лет, и у вас нет взаимопонимания. И еще одна попытка. Идете? Такие вечеринки заденут гордость Сюй Яньши. Да. Нет. Да что ж такое? Смотри, ага. Будет удобнее работать. Зачем ты привела сюда Сюй Яньши? Что происходит между вами? Ты даже не представляешь, что со мной случилось за это время. Я прошла через горы и реки, сражалась с демонами, напивалась в усмерть, что по усам текло. Браво! Это того стоило? А потом? Послушай, я... В итоге он настоял на том, чтобы прийти. Я пыталась его остановить, потому что не хотела ранить его чувства. Но он сам рванул на амбразуру грудью. Он не так слаб, как ты думаешь. Не придумывай, не так слаб. Когда мы были в школе, Сюй Яньши был тем, кого они и не мечтали догнать. А посмотри на них теперь. Носят золотые часы и украшения. Водят спортивные машины. Сюй Яньши не почувствует ничего, увидев это. Может, его это вообще не волнует? Кстати, зачем рядом со мной сидишь? Не хочешь сесть рядом с Сюй Яньши? Быстрее. Зачем это мне? Некоторые богачки могут быть влюблены в него. Это спасло бы его от 20 лет напряженной работы. Ты самая богатая. Замолчи. Я никогда не выйду замуж. Ты меня не знаешь? Готова? Неплохо. Этот клиент меня очень раздражал. А ты просто сделал это. Добавь меня, Вичат. Отсканируешь код?
Пусть Сян Юань перешлет контакты. Зачем через нее? Я же здесь. Или не хочешь добавлять? Ну ладно, я же неплохой парень, верно? Бэй, почему бы тебе не предложить хорошую зарплату и не пригласить Сюэ в свою компанию? Уровень поднимется. Сюэ слишком хорош для нашей маленькой компании, хватит тебе. Да, смотри, вот это вот. Посмотри на это. Прошу прощения, меня только что награждала компания, поэтому я опоздала. Сян Юань, ты здесь? Госпожа Джон, проходи. Давай, подвинься. Прошу прощения, садись. Садись. Ты слишком вежлив. Мисс Джун, должно быть, написала важные новости. Не такие уж важные, просто взрывная сенсация на первой полосе. На первой полосе это что-то. Джун Лин, слышал, тебя снова повысили? Я искренне тебе завидую. В большой компании хорошо, я тоже хочу вашу компанию. К нам легко попасть, мне не очень тогда повезло. Я провалила письменный экзамен. Не скромничай, ты получила наивысший общий балл. От твоей скромности нам только будет стыдно. Не говори так. Джун Лин, ты брала интервью у профессиональных киберспортсменов. Ты получила их автографы? Да. И они действительно были хороши. Они предложили со мной сфотографироваться и добавили меня в WeChat. Притворщица, не принимай все всерьез. Ее компания награждает ее круглый год каждый раз, когда мы ужинаем. И каждый раз она опаздывает на 10 минут. Она умеет притворяться. Кстати, ты знаешь профессионального киберспортсмена, которого она упомянула, правда? Карма. Сюрприз. Весело. Она даже коснулась круга твоих друзей. Мне жаль Карму. Испорченная репутация. Нечему завидовать. Я тоже много работаю. Кола, кофе, чай. Что будете, госпожа Джон? Ты так добр. Воды, пожалуйста. Я худею. Ты постоянно заказываешь воду? Достаточно. Хорошо. Хватит болтать. Время есть. Секунду, еще чуть-чуть. Готово? Отлично. Давайте поднимем наши наполненные бокалы. В такой счастливый день давайте произнесем хороший тост. Ваше здоровье. Выпьем. Отлично. А теперь давайте есть. Ого. Ягненок в логове тигра. Я присяду здесь? Хорошо. Все знают, что Джун Лин восхищалась Сюэ Яньши. Сюэ Яньши? Давно не виделись. Зачем пришел на вечеринку нашего класса? Я пригласил его. Я молодец? У меня хорошие знакомства. Я звонила тебе домой, после того, как ты перевелся в другую школу. Никто не ответил, я даже была у тебя дома. Твои соседи сказали, что ты переехал. В какой университет ты ходил? Он поступил в университет Уцин. Неудивительно, я думала, ты поедешь в Циньхуа. Я очень рада видеть тебя здесь сегодня. Неужели Джун Лин действительно думает, что Сюэ Яньши пришел к ней? С ее уровнем нарциссизма уверена, что она так и думает. Не сиди здесь, иди к Сюэ Яньши, или его перехватит другая. Его так легко перехватить? Джун Ли – опытная перехватчица. Сюэ Яньши для нее легкая добыча. Скорее, иди, ешь. Сюэ Яньши, не поможешь мне? Помоги, Джун Лин. Я повредил руку, когда играл в баскетбол. Без проблем. Опа. Сюэ, а ты еще играешь в баскетбол? На какой позиции? Защитник. Защитник? Точно. Я помню, ты был атакующим защитником в то время, верно? Баскетбольные защитники склонны травмировать запястья. Да, их легко можно вывихнуть. Прости, я не знала о твоем запястье. А давайте поиграем после ужина. Отлично, сыграем в Crossfire. Читаешь мои мысли.
Рядом есть интернет-кафе. Давно не играла. Хочешь? Это твое поле. Я иду тогда. Мне все равно. Ты должна пойти со мной. Сёй, ты когда-нибудь играл? Давно, но теперь я не могу войти в свой аккаунт. Это не важно. Можешь использовать мой, хорошо? Да. Сзади, сзади, ну же! Не разминируйте, кто-то прячется! Есть светошумовые бомбы, у меня кончились. На Б кто-то есть. Сюеньши, кто-то уронил пакет. Можно его забрать? Джон Лин, не обращай внимания на Сюеньши. Смотри на меня, я все еще дышу. Можешь помочь? Давай же! Иди в туалет, играть буду я. Зачем мне туда? Я иду в туалет. А? Игрок поменялся? Сян Юань здесь. На что мы ставим в этой игре? Что хочешь поставить? Давай так. Сян Юань, если ты проиграешь, ты должна пойти со мной в кино. А? У тебя есть что-то для моей Сян Юань? Ревнуешь? Ну ничего, я понесу убытки. Ты тоже можешь пойти. Сейчас. Давайте. Ладно, я согласна. Правда? Вы слышали ее? Давайте играть жестче. Без вопросов. Боже, Сюй и Сян Юань идут нога в ногу. Сян Юань отрегулировала чувствительность мыши, точно так же, как у Сюя. У вас такой синхрон. Ты ничего не знаешь, уйди. На пути человек. Сама, я пойду разминировать. Кончились патроны. Используй мою. А ты? Мне достаточно пистолета. Хочешь убить меня из пистолета? А это проблема? Посмотрите на Сюэ, он так самоотверженно отдал свое оружие. Какое взаимопонимание. Он относится к своему товарищу, как к своей девушке. Сюэ-Юань, я вышла. Ты? Кто-то напал на тебя? Что случилось? Почему я не видела? Спроси Джун Лин. Джун Лин, какие у тебя проблемы? Мы собирались победить. Прости, я не видела ее перед собой. Сработала светошумовая бомба. Мне очень жаль. Будь осторожна в следующий раз. Сюй Юань. Bye.
想告诉你我眼里最美风景就是你带笑的眼睛想和你去无人的地方旅行这属于我们的甜蜜每当想起和你的无所顾忌与你分享所有秘密如果爱情能写进一首旋律那么我想唱给你听